Друзья мои дорогие, всем добрый день. Почему уходят из семьи мужчины? Почему уходят из семьи женщины? В этом видео я собрала три основных линии. Да, очень много можно встретить подборок. 8 причин, 10, 15 причин. Если мы попробуем всему этому искать какие-то объяснения, да, какие-то там аргументы и прочее, чего там только нет, не сошлись характерами, не устраивает интим и прочее, да, все это вполне такие реалистичные факторы. Но вот если упростить все по большому счету, как раз вот в эти три линии укладываются, которые я как раз и разберу. И ведь заметьте, это действительно тренд последних десятилетий. Я думаю, он будет дальше только развиваться и усиливаться. В принципе, уходить стали смелее. И заметьте, уходить стали смелее и мужчины, и женщины. Да, то есть где-то мне тоже статистика такая попадалась, что как раз чаще женщины даже инициаторы разводов, чем мужчины. Конечно, там причины тоже разные, но тем не менее, действительно, разводится легче. Но опять же, сохранится или не сохранится этот тренд, а насколько часто жениться-то будут, насколько часто будут создавать семьи, будет откуда уходить-то вообще. Давайте вот с чего начнем. У всех на самом деле в семье происходит по-разному, то есть когда вот вы уже понимаете, что что-то не то в семье или просто в каких-то долгих отношениях, что уже все к этому идет. Бывает, что долго тянется, месяцами тянется, а то и год, два, три или даже больше это тянется. И человек вялый, безинициативный, интим подпропал, у человека своя жизнь, да, он или она вас обесценивает, то есть всякие вот эти разные тревожные звоночки, что как бы да, уже к вам охладевают. И как-то оно вот тянется, 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 и потом в какой-то момент у вас просто складывается цельная картина. Картинкой. Уже вы задаете вопрос, или человек наконец-то дозревает вам о том, чтобы сказать, ну, озвучить свое решение, да, до того, чтобы озвучить свое решение. А бывает, что резко в лоб, и вы просто в шоке. Потом вы начинаете раскапывать, и вы понимаете, что вы сами не хотели чего-то замечать, чего-то видеть. Были знаки, были какие-то звоночки, было что-то не то, но вы как-то вот тоже это все задвигали, думали, не настолько все это важно, не настолько серьезно. Но ведь и бывает такой типаж, который действительно очень играет хорошо, да, хватает этому человеку энергии на то, чтобы по всем фронтам, скажем так, проявляться. Давайте теперь поговорим про три как раз типичные линии. Вот честные настоящие причины. И заметьте, и мужчины, и женщины, вот и тех, и других это касается, да. Первая причина — кто-то новый. Но здесь вот более чем все банально, понятно. Любовник или любовница. У меня на моем канале уже есть видео, да, уйти из семьи или в какие ловушки люди попадают, когда уходят к любовнику и любовнице. Да, то есть, ну, настолько человек влюбился, настолько человек впечатлился, что-то себе намечтал. И действительно, продолжение вот таких вот историй бывает очень разные. Чаще, конечно, все равно, там, особенно если мы говорим про какую-то такую еще неустоявшуюся связь, про то, что там все так вот на гормонах, на страсти, на эмоциях, ну, потом разочарования какие-то происходят, потом там что-то там нравится, не нравится. Но бывают истории, когда действительно уходят прочно навсегда и что-то такое строят. Здесь нет универсального какого-то ответа, и измена, и то, что вас на кого-то променяли, да, конечно, это всегда больно, и люди долго приходят в себя. Если вы там сейчас в такой ситуации, вы страдаете, но вы поймите главное, ну, отболеть оно должно. Сразу может и не отпустить. Дайте, чтобы вот оно у вас отболело. И действительно, другой человек, другая женщина или другой мужчина — это правда очень частая причина. Но нередко человек не хочет с вами в какой-то конфликт излишне ввязываться, боится
человек вас задеть, вас обидеть, боится ваш муж или ваша жена, ну, перед вашим окружением или перед вашими детьми выглядеть как-то не так, да, и, соответственно, всякие другие схемы городят. Мне надо разобраться в себе, у меня кризис, у меня проблемы на работе. А на самом деле у вас уже давно интим пропал, уже никакого интереса к вам нет. Ну, просто это там другой человек. Это правда частая причина. И да, поскольку я работаю индивидуально и работаю с семейными парами, вижу, как дела обстоят. Действительно, многие до последнего не знают, не верят, что человек и в браке погуливал. Просто это очередная любовница или очередной любовник, которого человек посчитал более подходящим. То есть, правда, этого больше, чем даже люди об этом знают и догадываются. Вторая причина, точнее линия, группа причин. Нет сил терпеть. Вредные привычки, какой-то крайне импульсивный, агрессивный, истеричный характер. Какое-то сильное несовпадение всего, интересов, графиков. Сильное расхождение в уровне доходов, в социальном окружении и прочее. То есть комплекс факторов. Вот человек терпел по каким-то причинам из-за детей, из-за какого-то страха, и человек перестал терпеть, больше не хочет. Настолько невыносимо. Да, это, конечно же, часто истории там с вредными привычками. Да не только. Просто вот какой-то очень тяжелый, невыносимый, абьюзерский, истеричный характер. Вот и все. Человеку надоело терпеть. Да, такое бывает. И ну, человек имеет право на такое решение, хотя тоже далеко не всегда, не все, ну, как-то вот объективно себе истолковывают, почему близкий-то так себя вел. И третья группа причин, а просто хочется погулять, хочется свободы. Это, вы знаете, вот это вот состояние, когда я ухожу не к кому-то, я ухожу от тебя. И заметьте, и нередко и женщины, которые уже там какие-то свои галочки в семейной жизни поставили, там детей родили, дорастили до какого-то возраста, они тоже вот это вот выбирают. Вот это вот состояние, когда вокруг очень много мужчин или женщин, и среди них такие есть классные, такие достойные. Человек, находящийся в браке, но он действительно думает, что он там вот очень быстро себе прям явно найдет вариант получше. Уж смотря какие критерии, смотря кто что хочет. Кому-то там интима более яркого хочется, кому-то более состоятельного, там более привлекательного человека, кому-то там какую-то схожесть по интересам. То есть вот это вот ощущение вот этого безграничного выбора, и человек правда уходит на свободу. Это свобода, это изобилие, оно прям вот манит очень серьезно. И да, кто-то обжигается, кто-то в итоге там что-то такое более-менее подходящее находит. А что делать в таких ситуациях? Конечно, все надо индивидуально разбирать, но вот из общих шагов таких. Во-первых, там, да, смотря в какой вы роли. В роли того, кто собрался уходить, и для этого есть аргументы, но что-то вас останавливает. Или в роли того, от кого уходит. Очень важно разобраться, а есть ли вообще между вами что-то общее? Вот осталось вот что-то такое между вами или нет? Вот это на самом деле очень-очень важно, потому что так бывает, что правда, а какой смысл вообще что-то там спасать? Вот просто разобраться. Второе, есть ли признаки чувств? Вот до сих пор осталось ли что-то? Да? И следующее, если уж вы решили как-то сразу не рушить, нужно быть последовательными, нужно во всем разобраться, нужно понять корень, истинную причину, насколько вы на этот корень можете повлиять и уже там какие-то действия предпринимать. Но вот без вот этих вот скандалов, выяснений, ультиматумов на пустом месте надо разобраться. Далеко не в каждой ситуации вообще есть смысл бороться. Но бывают такие ситуации, когда действительно, да, можно как-то подключиться. Друзья мои дорогие, внизу под этим видео есть ссылочка на мой курс. Это курс, посвященный выстраиванию счастья
счастливых, гармоничных семейных отношений. Его можно проходить парой, его можно проходить индивидуально. Там много ценных практических заданий. То есть этот курс действительно сравним с такой, с неплохой терапией. Да, это курс для самостоятельной работы, ну да, очень укрепляет отношения. Можно просто для себя его пройти, чтобы в следующий раз меньше ошибок допускать. А также есть курс мой, посвященный теме расставания. Если вы все-таки приняли такое решение, как пережить это расставание, как уже перейти в счастливую, комфортную, свободную жизнь. Пожалуйста, да, переходите по ссылочкам. Если какие-то вопросы по курсу есть, вы можете написать моему ассистенту. Да, надеюсь, вам будет очень-очень полезно. И в описании под этим видео есть мои контакты, мои мессенджеры. Поэтому, если нужна моя онлайн-консультация как психолога, пишите, да, смотря какие вопросы у вас, и над восстановлением отношений работаю, над тем, чтобы прийти в себя после расставания. Обращайтесь, буду рада вам помочь. Пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультации. Всем пока, всем до скорых волнующих встреч!